Совсем скоро крещение Господня. В этот праздник после службы совершаются торжественные шествия к прорубям на водоемах. Вода освящается. Православные зачерпывают святую воду, умываются ею, а самые отважные ныряют в прорубь. Только делать это надо с осторожностью и в проверенном месте. Окунаться следует только в специально оборудованных местах под присмотром спасателей и врачей. В Миасе для крещенских купаний будет оборудована одна прорубь на городском пляже озера Тургаяк. На днях состоится приемка этой проруби и контрольный замер толщины льда. Хотелось бы, конечно, предупредить граждан, чтобы, скажем так, не ажиотажно, значит, именно прямо вот в 12 часов. Значит, известно, что, в общем-то, это мероприятие в течение недели, то есть вода святая, как говорят священнослужители. Поэтому, в общем-то, не надо создавать ажиотаж, потому что в этом году, как и всегда, мы будем ограничивать доступ на лед. Также нужно помнить, что перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Ни в коем случае не окунаться в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя находиться в проруби более одной минуты, чтобы не переохладиться. После купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета необходимо выпить чай, лучше всего из ягод или фруктов, из предварительно приготовленного термоса.